Всем привет! У нас в продаже появился отличный автомобиль Skoda Rapid 2017 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литров, который выдает 90 лошадиных сил. У автомобиля всего лишь один владелец. Весь кузов в родном окрасе, в отличном техническом состоянии, на отличной зимней резине. Давайте заглянем в салон. Задний ряд сидений просто в идеальном состоянии. Никаких дыр, пятен, потертостей, ничего нет. Для пассажиров заднего ряда сидений имеется подлокотник. Спереди салон также в отличном состоянии. Давайте пройдемся по комплектации. В нее у нас входят передние электростеклоподъемники, электрорегулировка зеркал с обогревом. Здесь у нас находится блок управления светом, штатная мультимедиа с поддержкой телефона, кондиционер, подогрев передних сидений, центральный замок, обогрев заднего стекла, подстаканники, розетка 12 вольт. Давайте запустим двигатель. Двигатель запускается отлично, никаких ошибок не горит, работает отлично. Пробег составляет 184 тысячи. Если вас интересовал данный автомобиль, все контактные данные и описание автомобиля вы можете найти в объявлении. Приобрести его можно за наличный расчет по системе Trade-in или в автокредит. А находимся мы по адресу Азина 83, автосалон столица, всех ждем.